Добрий день, шановні вчителі, учні, батьки та гості! Ми раді вітати вас на церемонії відкриття нового спортивного майданчику в Рубіжанській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів номер 8 Рубіжанської міської ради. Шановні присутні, дозвольте церемонію відкриття нового спортивного майданчика вважати відкритою. На нашому святі присутні почесні гості. Міський голова Хортів Сергій Іванович. Директор компанії «Оргмін» Чередниченко Артем Костянтинович. Гостей дорогих ми вітаємо щиро. Вітаємо з хліб'ю, любов'ю і миром. Уважаемые гости и все присутствующие, мы очень рады видеть сегодня у нас в школе на церемонии открытия такой замечательной современной спортивной площадки, которую построили за счет средств местного бюджета. Действительно, это большой подарок для школы, но не только для нашей школы. Я думаю, для молодежи всего города, для спортсменов всего города. Площадка уникальная, на ней можно заниматься всеми видами спорта. Еще эта площадка прекрасно освещена ночью. Тут можно спортом заниматься и в ночное время, было бы желание. Поэтому сегодня мне хочется сказать огромное спасибо всему депутатскому корпусу Рубежанского городского совета, которые поддержали нашу идею, нашу просьбу об открытии такой площадки. Ведь здоровая нация – это нация будущего. И я думаю, что в недалеком будущем такие спортивные площадки будут в каждой школе. Огромное спасибо депутатам Рубежанского совета. Особенно сегодня хочется поблагодарить тех людей, которые непосредственно занимались строительством этой площадки. Это строительную компанию «Оргмин» и директора Чередниченко Артема Константиновича, прораба секретаря Александра и всех строителей, которые здесь работали. А работали они с утра до вечера. Мы приходим утром, они уже на работе. Уходим, они еще работают. Свои работы выполнили на высоком профессиональном уровне. И мы получили современную, уникальную спортивную площадку. Но еще хотелось бы сказать слова благодарности человеку, который неравнодушен ко всему, что происходит в городе. Он беспокоится не только о строительстве дорог, о ремонте кровель. Он очень беспокоился и о строительстве нашей спортивной площадки. Можно было несколько раз его видеть у нас на площадке. Он давал ценные советы, подсказывал, помогал. Это городской голова Хортьев Сергей Иванович. Сергей Иванович, от 8-й школы, от молодежи всего города, я благодарю за такой прекрасный подарок. И с удовольствием передаю слово городскому голове Хортьеву Сергею Ивановичу. Дорогие ребята, уважаемые родители, тренеры, вы знаете, сегодня действительно хороший день. Даже сама погода благоприятствует этому празднику и первого звонка, и тому событию, которое действительно происходит вот сейчас. Прежде всего, я хочу поблагодарить депутатов.
Верховной Рады Юрия Анатольевича Бойко, Юлии Яковлевича Иоффе, весь депутатский корпус Рубежанского городского совета за ту позицию, которую они четко обозначили, и сегодня мы видим результат принятого решения. Это решение фракции оппозиционного блока, которое было принято в декабре месяце. Позиция одна. Спорт – это то, что необходимо нашим детям. И еще. Вы знаете, с детства всегда был связан со спортом. Хорошо это или плохо? Я скажу только одно. Хорошо. Это всегда воспитывает характер. Это всегда воспитывает здорового, прежде всего, человека. И сегодня, вот, открывая эту площадку, я хочу поблагодарить тренеров, которых я знаю по городу Рубежному. Абазину Валентину Ивановну, это действительно человек, фанат своего дела. Хайнуса Стефан Алексеевича, Черныха Сергея Александровича, Короткого и Роман Александровича, Александра Андреевича. Всех людей, которые всю свою сознательную жизнь беззаветно. Клюкова, Геннадия Григорьевича. Значит, эти люди всю свою сознательную жизнь отдают себя детям. Но прежде всего спорту. И вот эта вот площадка, которую мы открываем сегодня, я думаю, это мечта не только наша, но и прежде всего ваша. И я хочу сказать сегодня одно, дорогие друзья, давайте не будем останавливаться на достигнутом. Сделав сегодня здесь будут заниматься прежде всего ученики 8-й школы, ДЮСШ, всех наших спортивных секций, ну и по остальным учебным заведениям, Бог даст, будем двигаться и идти вперед, в том числе и с такими спортивными площадками. Всех поздравляю с праздником. Спасибо вам. И, пользуясь случаем, хочу поблагодарить строителей, которые действительно, знаете как, ну, не было опыта в строительстве таких объектов. Тем не менее, праздник сегодня состоялся. Поэтому искренне от души благодарю строителей, которые занимались именно подготовкой к учебному году. Они уже закончили, значит, ремонт столовой 8-й школы и построили вот эту прекрасную спортивную площадку для наших детей и молодежи. Артем Константинович Чередниченко, руководитель компании «Оргмин». Секретарь Александр Витальевич. Пасечников Виктор Анатольевич. Спасибо, с праздником всех! Наш спортивний майданчик унікальний. Тут можна грати у волейбол, баскетбол та футбол. Право першим забити гол у ворота надається голові міської ради Хортєву Сергію Івановичу.